То, что происходит с российскими журналистами на Украине, меня крайне удивляет. Вот, я даже так глубоко задумался, и мне приходится посещать разные телекомпании, где мне говорят, что вот наши ребята погибли, или вот на этой компании там задержаны, или вот освободили, как бы даже нехотя смотреть страшные репортажи, да, то есть ты все равно вникаешь в суть проблемы, потому что она существует. И мне кажется, что есть немного жертвенности в этих поступках, в том, что молодые ребята, молодые девчонки едут во имя справедливости, во имя правды, во имя своей профессии прежде всего. И я не знаю, каким нужно быть смелым человеком, чтобы вот так с собой рисковать в таких вот безумных акциях, как то, что происходит сейчас в Украине. Вот.